Всем большой привет! Давно, ну очень давно не снимала я обзор своих сопутствующих растений, растений-компаньонов для орхидей, как я их только не называю, но я их тоже очень люблю, и хоть я всегда изначально говорю, что я их завожу для того, чтобы они создавали больше зеленой массы, чтобы создавался микроклимат, чтобы они сопровождали орхидеи, но я их все равно безумно люблю. Я не покупаю их просто так, накупила, чтобы была зелень на балконе. Нет, я их тщательно выбираю, я их ращу, я о них забочусь. Вот такие уже огромные плети, прелести. Я очень довольна результатами, потому что... А, вот он новый ростик. И вот здесь вот новые пыпочки пошли. В общем, оно будет более пышным, будет разрастаться. И вы знаете, мне казалось, что вот как-то все медленно, но потом я посмотрела свою видюшку о том, когда я их получала, и, блин, вот это они разрослись. Вот смотрите, какое огромное дерево выросло. Это, ой, не видно так, это шикарное. Боже мой, боюсь ошибиться. Это филодендрон. Я его покупала как филодендрон медуза. А также мне писали, что он называется Painted Lady. Когда моя мама его увидела, сказала: «Ой, у тебя тут слоновьи уши растут!» У него шикарнейший рисунок на листьях. Тут такой свет. Как бы этот рисунок показать? Вот он такой шикарный и, ну, просто неимоверный. И вот он у меня уже вот так, оказывается, разросся. Я не обращала на это внимание, действительно, но это просто шикарно. Там вот вверху у меня товарищи. Я очень люблю вот это чудо. Сингониум просто обалденный. А мне почему-то его листья, знаете, напоминают какие-то растения. Вот я сейчас скажу болотные, это так звучит, фу-фу-фу. А такое, представьте, красивое озеро, кувшинки, лилии. Вот они, эти округлые листья, листья-сердечки. С шикарным венозным рисунком. Просто ах, ах. Так. У меня там наверху стоят над котлеями. Так, дальше. Дальше. Поднимемся. Вот уже другой свет. Вот это вот просто феерически разрослось. Посмотрите, какая прелесть. Посмотрите, сколько новых плетей, ответвлений, сколько листьев. И, вот знаете, я влюбилась в эти растения второй раз. Сильнее их полюбила. Они вот так вот разрастаются, но при этом они не скидывают предыдущие листья. То есть, посмотрите, плети мохнатые от самого начала. То есть не так, что лысая-лысая плеть, в конце такая пш, кустик. Нет, боже. Они прекрасны, и вот это вот три цвета на листе, они просто обалденные, и мне нравится, как вот эти листья, они подкручиваются. Они шикарно закручиваются, у них очень интересные оттенки, наборы крапушек, но они просто супер. Вот этот товарищ. А если вы посмотрите вот здесь, то крайне-крайне похож вот на тот, который в подвесной корзине. Но я их покупала как разных. Я их покупала как... Ай, дай сюда бирочку. Как разных. У меня здесь написано, что это Scindapsus Marble Queen. Мне его продали под таким названием. Я честно вам признаюсь, не так сильно заморачиваюсь, как с орхидеями в плане названий. Возможно, это не Scindapsus, но... Я знаю, на английском они все называются потас. Потас, поэтому вот потас. Я его когда покупала, у него были одни листья цельно-зеленые, а другие листья, ну вот не вот такой зеленый и с рябчиком. А... Хотя нет, да, зеленый с рябчиком, и один какой-то был зеленый с белым, он уже отвалился. Ой, если вы посмотрите первое видео, я в описании ссылочку вкину. Там как бы не 4 листочка у него вообще было. И вот плеть, вон плеть, вот плеть. Просто супер. Я в восторге от этого роста.
Обалдеть. И вот товарищ очень медленный, ну такой медленный. А, по-моему, мне его продали как Синдапсус расписной. Я знаю, их есть два похожих. Один называется расписной, другой называется как-то немножко по-другому. Но вот я сейчас не могу вспомнить. Я его почеренковала. Я хотела более пышный кустик посадить. И вот он дал один росточек, второй росточек, третий росточек. Так, там, по-моему, больше нигде нет. А вот здесь вот четвертый росточек. Вот он пошел там из узла, который в земле. Я очень довольна этими темпами, но я недовольна собой, потому что я не рассчитала, когда уехала, сколько воды надо им оставить. И все мои черенки посохли. Посохли, надо было больше воды. Ну, ничего, зато, в принципе, огромный плюс, когда стрижешь, в поле обычно потом разрастается растение. Так, моя огромная гордость – это филодендрон, так, маска, какая? Yellow mask, yellow mask, желтая маска. Купила я с вот таким зеленым листом, череночек с одним узелком, такой маленький. А вот этот лист вырос, он очень тугодумный, очень-очень вырос. И вот растет новый, очень медленно растет. Потому что я купила в таком же состоянии вот этого товарища. Это у нас Florida Ghost. Мне некоторые говорили, что это у меня Florida Ghost Alba. Надо листья попротирать. Сегодня будет полив, так что листья помоются. И посмотрите, это старый лист, с которым я купила, кстати. Вот это раз, два, иди сюда, три, четыре и пять. Это новые листья. И хочу сказать, вот, собственно, был свет. Смотрите, какие они классные росли. А вот тут вот света было мало, он вырос абсолютно зеленым. Но, в принципе, он приносит больше всего питания, поэтому пусть будет. Вот этот лист уже вырос более с белым, более таким штрихованным, как вот этот. И вот уже следующий растет. Вот он классно быстро растет. Не знаю, почему Golden Mask такая медленная. Уход, по сути, одинаковый. Так. Дальше из любимчиков у меня вот он. И тут так, как же он называется? Так, чтобы вам не наврать, это Imperial White. Imperial White, он обалденный. Единственное, мне не очень нравятся вот эти вот длинные узлы. Я так подозреваю, что надо просто больше света, что я кое-что делаю не так. И я его переставила сюда, где он будет получать больше света. Так, и из приятных новостей... Это новый росточек у меня там вырос. Это очень-очень супер круто. Очень красивый. Вот этот мне очень нравится. Но я пока его так и не поняла, потому что он мне выдал вот такие листья. А у меня с такими уже товарищ есть. И вот такие. Тут уже таким пышненьким кустиком. Ну что ж, будем делать, посмотреть. Кстати, часть их я подумываю все-таки продать, потому что они разрастаются, или подарить, разрастаются очень большими, и мне реально сложно. Я не очень люблю пересаживать в землю, особенно в условиях квартиры, когда потом это все же надо вымыть. А это, ну, сами понимаете, достаточно бывает накладно, особенно когда у тебя собака, которой все интересно, когда у тебя дети, и, в общем, это для пересадки надо выбрать день. Так, вот товарищ, которым я хвасталась, с огромным листом вот таким, супер. И потом я пропустила, когда кое-кто мне этот лист обломал еще вот в таком состоянии. Просто вот так кто-то верхушку отломал. Поэтому бедный несчастный. И вот этот лист вырос в мое отсутствие без адекватного полива, без адекватного ухода, без подкормок и... Как бы так встать, чтобы не отсвечивало, насколько он меньше. Вот. Ну, ничего. И вот, знаете, я его когда купила, думаю, ну, купила и купила, ну, пусть будет. А потом, когда вот он мне вырастил вот это, я в него влюбилась. Вот вроде бы ничего такого, зеленые листья, но размеры, форма просто бомба. Просто отпад. Так, дальше. Вот это вот очень люблю. И уже достаточно пышный кустик.
Но тут признаюсь честно, я не обратила внимания. А мне очень помогли с поливом, и он стоял очень мокрый, и от этого немножко погрустнел. Я надеюсь, что там ничего не сгнило в плане корневой, что просто он переувлажнился, он подсохнет и будет все ок. Но, честно говоря, я не сильно хочу его вытягивать из горшка и лишний раз дергать. Вот такой у меня неон с зелеными листьями с одной стороны, розовыми с другой. Вот такая прелесть. Это у меня, ох, это Нгуэм Холи М со страшным названием, так. И почеренковала я товарища, уехала, засохли черенки, засох сам товарищ, потому что вот ему с поливом как-то не повезло. Мой косяк, руки, в общем, оттуда. Но вот новый, два новых пошло у него таких ростика. И я буду разращивать свой любимый Сцендапсис неон, да, из вот этого ничего. Так, ну, в общем-то, там у меня еще вот такие бедоси, вот сгорели, я неправильно открыла створки окон, и сгорели у меня все листья, и вот два новых, вернее, вот этот один остался, и вот этот новый у меня вырос. Так, тут пробираемся в дебри. Тугодум, немножко тугодум, но очень красивые листья, хоть и тугодум. А, к сожалению, свет и камера съедают красный, зеленый с красным сочетание, очень шикарное. И есть у меня вот такая вот серебряная жемчужина. Мне все время кажется, что листья должны быть больше, что я точно что-то делаю не так. Вот он дал новый росточек. Но будем делать, посмотреть. Возможно, кому-то подарю. Еще не решила. Но если листья, не знаю, такой мелочи останутся, то, наверное, подарю. И вот здесь вот у меня еще стоят два. Вот. Желтые стены, слегка желтый плюс свет, и желтая там полка стеклянная, и оно очень скрадывает цвет. Красный крапчик, очень красивый красный крапчик на листьях, очень классный. Вот такие у меня сопутствующие, такие у меня растения-компаньоны. Вот такая прелесть. По посадке я рассказывала, ну, я честно, я не спец, я вот я их ращу чисто интуитивно. И я о них, конечно же, подсчитываю, посматриваю, но не так, как про орхидеи. И поэтому для меня это вот, знаете, ай-яй-яй, мне, конечно, но растения, которые растут больше сами по себе, больше как-то с моей интуицией, и особого отдельного ухода они не получают. Посажены они у меня все в смесь земли универсальной с корой. Там еще есть камушки, лава для разрыхления субстрата и мох. Но мох в основном вот так вот наверху лежит, чтобы верхний слой субстрата не так быстро пересыхал. Вот. Ну и полив у меня, они, конечно, прям полностью в хруст никогда не пересыхают. Я заметила, что им это не нравится. Поэтому они слегка влажные. Они у меня особо мокрыми прямо никогда не стоят. Но вот такие слегка влажные обычно. Вроде бы нравится. Вот, это ни в коем случае не то, как вам надо делать. Это я вам просто показываю, что вот у меня так растет, вот у меня такая радость, и я делюсь с вами вот этой самой моей радостью. Еще раз, по-моему, я уже говорила, ну что ж, повторюсь, мне не жалко. Огромное всем спасибо за просмотр, спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. Всем солнечных дней, пышных цветений. И вот я уже так говорила в одном своем видео про, по-моему, про монстеру. И когда выключила, подумала, нет, не пышных цветений, пестрых листьев. Пестрых вам листьев. Всем пока-пока.